Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и как помните, компания Wargaming в свое время объявила мини-акцию, участвуя в которой вы могли помогать собирать денежные средства в поддержку Украины для закупки скорых помощи класса С. Так вот, ребята-разработчики поделились информацией в отношении того, что получилось собрать. Я, честно говоря, не ожидал такого ошеломляющего результата. Всего в 115 странах данная акция нашла отклик, и более 90 тысяч игроков приобрели соответствующие наборы. Всего было собрано 1 073 000 долларов. Я безумно благодарен, будучи украинцем, компании Wargaming за такую помощь моей стране, и жму руку каждому. Каждому, кто участвовал в этой акции, не только тем ребятам, которые ее организовали, не только тем ребятам, которые участвовали, приобретая данные наборы, но и тем ребятам, которые не выпрыгивали из трусов из-за того, что компания Wargaming организовала такую акцию. К тем ребятам, которые из трусов выпрыгивали и кричали по поводу того, что вот, Украине собирают деньги и подобные вещи, осуждали меня за мой аватар. Ребят, я украинец, и ваше осуждение мне до спины абсолютно. Если вы ненавидите украинцев только за то, что они украинцы, вам не место ни на канале, ни в целом на планете, потому что вы являетесь теми особами, которые абсолютно не ценят человеческие жизни и абсолютно обесценивают человеческие жизни и человеческое здоровье только по признаку паспорта. Я считаю, что вам, в принципе, не место в этом мире. Вы злые и абсолютно бездушные. Также хочу обратиться к тем ребятам, которые выпрыгивают из трусов, из пены у рта орут по поводу того, что вот компания Wargaming поддерживает Украину. Так вот, скажу вам следующее. Для того, чтобы не было вот таких вот акций, для того, чтобы не надо было собирать на скорую помощь деньги, достаточно всего лишь сделать так, чтобы такой необходимости не было. Если вашего уровня интеллекта достаточно для того, чтобы понять, к чему я веду. Ну а всем остальным ребятам, которые нормально относятся к украинцам, спасибо большое за поддержку, спасибо за то, что вы покупали данные наборы, спасибо вам большое за то, что вам не безразлична человеческая жизнь, и не в частности украинцев, а человеческая жизнь в целом. Я за то, чтобы люди жили долго и были максимально счастливыми и здоровыми. Я искренне желаю каждому из вас, чтобы вы никогда не попадали в такие ситуации, чтобы к вам выезжала скорая помощь. Мира вам, друзья, и обязательно спокойствия. Пока-пока.